Партнер проекта – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Все для профессионалов, истинных ценителей музыки и новичков. «Ля Минор» – окунись в мир музыки. Романтичного настроения! В эфире очередной выпуск проекта «Это по любви». И, как говорится, для настоящей любви нет никаких преград. Даже морозная погода нас не испугала. С Ирой я знакома с детства и не сказала бы, что она отличается суперотважностью и физической силой. Поэтому с уверенностью могу сказать, следующее испытание для нее будет нелегким. Сегодня она удивит своего мужа. Ради любви к мужу, в первую очередь, я сделала самое невероятное, что может женщина в этом мире. Я родила ему красивую дочку. Ездила в холодную зиму на рыбалку и ловила вот такую рыбу. Больше его ловила? Больше его, конечно же. То есть уже есть чем гордиться, да? Есть! Но сейчас мы удивим его еще больше. Пойдем переодеваться. Пойдем. С Димой, мужем Ирины, мы уже встречались. В сюжете для программы «Телемикс настроения» он готовил наживки для рыб. А какой обалденный запах. Сам бы съел. Вернемся к подготовке. Какой? Он очень тяжелый. Он железный. Будем одевать? Одевать будем? Ну, будет очень тяжело, наверное, но можно одеть. Но у меня пуза нет такого. Как на рыбалке. Что? Попалась на крючок. Так, что у нас тут есть? Для Иры мы подготовили ассортимент разнообразных военных головных уборов. Ну, я думаю, пожалуй, самое экстремальное. Ира, бери, примеряй. Давай. Он не налазит. Неудобно. Опять не то? Опять не то. Какой вариант тебе больше нравится? Какой? Самый теплый, у нас же зима. Вот это подходит. Значит, тебе сейчас необходимо будет пролезть под теми железяками, змейкой пройти через эти, перепрыгнуть через деревянную преграду и влезть в отверстие. Вот я не знаю, как эта штука называется. Ну, в общем, как думаешь, осилишь? Ради мужа я готова на все. Конечно же, осилим. Вперед! Ту-ду-ду-ду! Ну, беги уже! Ради любви, семьи и мужа, преодолению полосы препятствий, готова! У-ху! Осложним испытание физической силы вопросами. Он замечательный, он так ухаживал, так ухаживал. Как ухаживал? Я сразу в него влюбилась. Он меня приглашал на рыбалку, на охоту. Домой приглашал. Красивый ужин мне устраивал. Романтический. Сейчас будет самое сложное. Какие качества в нем ценишь? Он внимательный, добрый. Ой, не могу, но мы сделаем умнее. Еще какой он? Мужа научила быть умной. Целенаправленной. Мы не справимся. Мы с мужем идем до конца. Сложно было? Очень было сложно. Ну что не сделаешь ради любви? Ну пожелай мужу что-нибудь хорошее. Любимый мой муж, я тебя полюбила таким, какой ты есть. И надеюсь, ты будешь всегда идти рядом со мной. Рядом с нашей маленькой замечательной дочкой. Я тебя очень сильно люблю. По секрету, Ирине пришлось 5 раз преодолевать препятствия, чтобы мы отсняли видео. На каждый забег у Ирины уходило всего 2 минуты. Препятствия реальные, как на войне, но ружье всегда должно быть при себе. За забор ружье застряло, очень сложно было.
Это как в нашей жизни, это все преграды, все препятствия мы проходим. Но мы проходим с помощью, а тут я одна была, и помощи у меня не было. Вот, но я сделала это. Ну, я постараюсь, я буду делать все для этого, чтобы по жизни идти не одна, а рядышком с мужем. Чтобы он мне помогал в преодолении этих барьеров. Ништяк! Вот, что, хочешь еще раз пройти? Нет, не хочу. Еще раз убедились в словах поэта. Любящая женщина коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Влюбляйтесь и делайте сумасшедшие поступки. Партнер проекта – салон-магазин музыкальных инструментов «Ля Минор». Все для профессионалов, истинных ценителей музыки и новичков. «Ля Минор» – окунись в мир музыки.